Καλά, καλά, ντε. Παναγία. Και πήραγε το τόκι, σώσα να μας. Начал себя панигири. В уверенности все ждут. Все ждут, когда икону в храм занесут. Вот здесь вот она хранится, икона. И в храм сейчас занесут. Слава Богу, разобрался с полицейскими за это, за ту клевету на меня. Когда говорили, что это... что я что-то греков ругаю там в своих передачах, там, на меня наговорили. Поэтому, значит, все урегулировано. Вот, мы ждем сейчас. Так, ждем сейчас, когда вынесут ноги вон, типа риска большой. Ну, в лавре еще будет. Так, а раскрутку сразу тебя забанят. Что мне? Так. Народ ждет. Народ ждет. Вот, но сегодня постараюсь записать вам. Ну как завтра? Сегодня сейчас начинается. Сейчас вот вынесут икону, малую вечернюю прочитают, потом трапеза, и там через полчасика примерно служба начнется. Так, ну ладно, я что-то немножко рано включился. Ну вот вам, а, вот уже открывают двери полицейские. Только вот единственное попрошу, как-то там отзывайтесь, потому что в некоторых местах здесь связи нет, отключается. Поэтому там или сердечки посылайте, или что-то такое. Ну, пусть, ладно, народ подтягиваться не буду, отключаться. Но все равно что-то мало, зрителей. Завтра с нуля в храм поедем, это умиротворяет. Не затворяет. Борис, кто его посадил, правда, да, это не старый. Святой Афанасий, который посадил в лавре, он толстенный, раза в три толще. Да больше. Там вот еще лет. Так. Ну чего, ну хоть вопросы какие-нибудь задавайте, пока это. Пока зрелищ никаких нет. Помолись о нас перед иконой. А всегда молюсь. За своих читателей и зрителей всегда молюсь. Вот даже без этого. Смиряться и умиротворяться. Это вы где сейчас? Мы сейчас на Афоне, в Иверском монастыре, на празднике Успения Божией Матери. Да. Отец, низкий поклон, приятно слышать ваш голос снова и снова. Как к Мальцеву относитесь? Петух конченый. Это конченый, это барбос. Раскрутили. Вот никто не верил, что все надо мной смеялись, когда это. Вот и Мальцева здесь вспомнили. Все смеялись надо мной там. Ну что ты, столько внимания ты уделяешь этому. Вот, зайдите там. Ачи, можешь показать кольчугу? Я на Торнике. Спаси Господи. Но это где-то у них в музее. Вы все четко сразу описали. Про кого? Про Мальцева или про кого? Ну да, добрый.
А, вот. Достойно есть, пойдем. Сегодня пел он, видите, в центре. Который утром, передача утром, на корове. Ευλογείται, Ευλογείται. Игумен. Сегодня игумен. Лавский игумен. Возглавляет. Ну, а вот это бывший игумен Василий. Будет с кем-то, с греком. С важным какой-то. Сейчас вот икону возьмут, принесут в храм. Видимость хорошая. А, ну все, слава Богу. Вот отсюда. Она лигует спереди. Хвала, ты. Антропос, пустой. Ну, сейчас недолго будет служить. Это малая вечерняя. У Дексера. Дексера. У Энос Аптилангада, тот, кто... Я. Да. Алла... Дексера. 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 Про епископа спрашивают, кто был маленький что-то. Ну, какой-то Константинопольский. Роты Сартой, как у меня момент в офисе. Да. Может быть, это старая порта. Я вот отец к Навальному как относишься. К Лёше. Да вроде бы так это. Ну, хоть он и Ель закончил, а там Ель, вернее, закончил, там был на курсах переподготовки в Еле. А Ель — это масонская школа, высшая академия. Вот оттуда, чтобы там это, практику не прошел и в ложу, это невозможно. Ну вот он меня там это, посты делает, вернее, там ретвиты. Ну, пока там в их не вписываюсь, пока против Путина. А, ну что, видишь, как его раскручивают? Леша-то раскрученный, а Мальцева раз уже с ним показали. Мальцев уже политическая фигура стала. Как бы к этому никто как-то так легкомысленно не относился. Еще два года назад вообще был никто. Начал они с Эдиком там эту передачу.
Вот, ну я сразу понял, что это. Потому что так Путина хаять и ничего за это не иметь, это неприятности. Мальцев друг Володина, ну, наверное. Я не знаю, это же Саратов. Сейчас Володин же там укрепился. Человек. Вот. Ну и это. Все это было по сговору. Там. И жуть, которую они про Володина там распространяли, там, что он. Это такие масоны делают для того, чтобы это безысходность. Русских никого нет на политическом склоне, кто вообще. Нет, это не доступно, я сначала пел. Владыки, благословения возьми. Сердечки посылайте или что-нибудь напишите, есть связь оттуда или нет, потому что я на Пасху когда делал, не было. Вы сейчас напишите что-нибудь. Напишите какое-то слово. А, есть. Ну, пока будет, я буду делать. Ясно. Не спрохнет, а устать параканов. Thank you.
Сейчас есть связь. Ваш, напишите. Объясните, даме. Από επιθύσεως υπέρ των δε αφωνίζων ή του δουλειάς.
αν αβαίνουν στην όλη και αβαίνουν στην παιδεία ή στον τόπο μόνο και μιλές αυτά. Όριο να τον προβλέψονται, ουδέ επιστρέψουν να καλύψουν τη γη. Ο εξαποχάμα πηγάσαν πάραξη, αναμέσων των νέων και λες του είδωτα. Ποτούσι πάντα στην γη του αγού, προσέξονται όνα του λείψουν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά κοινού θα σκηνώσει, εκ μέσα των παιδινών δώσει φωνή. Ποτίζουν όρες και καιρόν αφού, κάπου κάτω του νέου θα προσέξουν και εσύ. Έτσι αν τέλω κόσμο στην εσύ και κόη του πιένου ανθρώπου. Και έτσι αγιουν άρθουν εξηγή, και είναι σε φρένει καρδιά ανθρώπου. Του δε είναι κόσμο των εταιρών, και άρθουν καρδιά ανθρώπου στήριζουν. Κόρτα συνταξία του πεδίου, εκέτσι που ανάς επίτευσες. Εκεί του θείανο σέψη του ρεδιού η κατοικία εκεί τραγών. Όρι να εξηλάσει λάβη, πέτρα καταρχής καλοής. Επίσης σε λίγης καιρούς, ο ήλιος έρωθης να του. Έτους κόμπης και γεντονής, εν αυτή διελέσσεται πάντα του διαδικού. Κύμνιο η όμοι του αρπάσε του ήρθείτε παρουθώ ο πρώτος να πει. Ανέβητον οι πληθύγραν και οι τασμάδες από την καθίσονται. Εξελέσσετε άνθρωποι το έργο να σου και την ελευθερία να δώσει πέρα. Όσα με ξέρουν και οι επάνε σου και οι εμπίσει, επιδόκει η χρυσό σου. Αυτή η τάση είναι μεγάλη και γρήγορο. Εκεί έπεσα όμω και έτσι αριθμό ζώων και κάτω των γάμων. Εκεί και εκπορεύουμε δράκο που το ονέμπλα στην πέτρα. Πάντα προσέχω το κόσμο. Του είναι επιτροπή αυτών εσέτσιρων, δόντων σου αυτή τη λέξη. Ανοίξαν τόσο την κύρια τα σύμπαντα με τις κόρπλος, αποστρέψονται στο πρόσωπο τα αφήσονται. Αν τα γελεί στο πνεύμα αυτών και εκκλήψει, και εις το πούν αυτών επιστρέψει. Εξ αποστρεί το πνεύμα σου και εκκλήσονται, και να τελειεί στο πρόσωπο της γης. Ήλιο η δόξα κυρίουσης αιώνας, εφραντίστε κύριος επισέγης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αφιτρέμει, ο αυτόμανος των αιώνων και καπνίζονται. Άσο την κοινή τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσο υπάρχουν. Η διθία του διαλογή μου, εγώ δεν φραντίζω επί κυρίω. Εκτήκα ένα λόγο από τη γη και άγγι, ώστε μην υπάρχει να πού, εγώ δεν φραντίζω επί κυρίω. Ανοίξτε το λόγο. Έτσι, κόσμο και γέννη, όσο μεγαλύτερο του κυρίε. Господи, ложу вас в тебя.
пение слышно. Thank you.
νούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Άξιον σε εμπάσχει συνείστε φωνές δευτείες και έτε ούτσο ειδωριδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει. Ο Κύριος σε βασίλευσε. Ο Κύριος σε βασίλευσε. Επέπειραν ελεύθερο. Ο Κύριος σε βασίλευσε. Επέπειραν ελεύθερο. Ο Κύριος σε βασίλευσε. Γέννη το Κύριε το ελεός ερχημάς, κατάτρεχνησεν επισέν. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Νέσπα διδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε ενέπισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα, τα ελευθερώσουν οι παρήνες. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ίνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύψε την ψυχή μου
και δωρέσαι το θέσεις αυτούς μου και απολύσεις πάντα τους κύματα της ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Θεός Κύριος και επέφανε μην αγιμένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πίσατε ψωμόνιστα. Ακουγείς με αγαλίαση και προσύνη, αγαλιάζονται ως τέτοι ταρτινωμένα. Απόστρεψον των πρόσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάρτησον. Καρδία καθαρά χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννηση της εγκάρτης μου. Μη απορρίψουν από το προσώπο σου και το πνεύμα σου Άγια μη ανθαρρύνεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σου τρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωτού σου και σε βίσε σε επιστρέψεις. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάζε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, δε χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακύπηνε εσύ. Ό,τι θέλει σας, θυσία να έλεγα αν ολοκαύτωμα το και το κύριο. Κύριε το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουθενώσει. Αγάπηνο, Κύριε, η ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το ταρτή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν στην ευθυστηρίων σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εκ των περάτων Θεατίων έμπατης ίχνα πιστεύεσαι. Немножко прекращу трансляцию сейчас. Не на греческом, а на русском. Да. Yeah.
Епископ Мелита, митрополит.
вас за всех свечку поставлю.
Господи, вызывай тебя послушать мудрое, мощное пение. Ошибаешься. Органы, говорят, здесь не бывает органов. Это так подпевают отцы.
За кого помолиться? Помогите, Господь, и вам, за вас всех свечку поставим. За всех молюсь. Всех Господи. Приглашайте посмотреть, какое пение, где еще слушать.
скажите, здесь на связь жалуются. Как связь, нормально? Thank you.
пропали еще одна картинка. Thank you.
она сейчас это епископ видно поет. Что видно было. Слышно что-то, никто не... Слышно или нет?
Красивая будет, сейчас не очень. Может быть, минут через 15. Еще и еще. Как бы... Все, просто громко разговариваю здесь не могу. Вот. Минут через 15-20, еще не очень. Подключайтесь к себе и приглашайте. Сейчас будет пение ангельское. Приглашайте всех сейчас. Старец Игнатиус, Герон Игнатиус будет петь стихи после этих. Никак мимо не съезжу в монастырь, он возле Ересова монастырь живет. Это чтобы записать его, как такой человек. А сегодня умер папа Фома. Папа Фома — это один из лучших певцов. Правда, в конце он голос потерял, у него зовут Гордон или что-то такое. Завтра храним поедем. Так любил он. Сейчас Герон Игнатиус будет.
лишнего не сболтнул про ангельское пение, как он еще будет петь сегодня. Спрошу тогда Игоря Игнатьевича специально для вас записать. Ангел. Херетисис Тусросис. Херетисис Тусросис. Да, да, вот Герман Игнатьевич, который пел сейчас нас, благословляет. Да, да. Видите, благодать такая вам. Спасите, Господа. Oh.
должен сидеть. Всю ночь поют вообще, оно силы дает пение. Из храма. Сейчас только мне посылайте сердечки, чтобы видел, идет трансляция или нет.
по-разному кто встает, кто... Все начинается ночь. Герон Игнатий, который пел. Иверст.
печати, снимают мужские чулки. Любит замечание, да. Сейчас послушайте, как среди тихих будут петь после ворон. Чувствуют они духовно, они обманывают часто. Oh.
сейчас святитесь и молитесь. Oh.
так, полежусь пока.